Потом. Я хочу обратиться к жителям Украины. Я коренной дончанин, не россиянин. Я свою фамилию скажу. Осип Сергей Александрович. Бондаренко Андрей Викторович. Баранцов Орлов. Валентин Викторович. Орлов Евгений Владимирович. Белецкий Владимир Павлович. Я хочу сказать, блядь. Об наших снарядов не погиб ни один ребенок на Украине. Извините, пацаны. Сука, я вызываю на честный бой, блядь. Любой экипаж. Любой экипаж. Мы выходим в поле, блядь. И бьемся, блядь. Хай они себя, как они говорят, что они рыцари там, блядь. Хай они представят себя рыцарями, блядь. Мы выходим экипаж на экипаж, блядь. Ну, маты можно, извините за маты, блядь. Но накипело на душе. Это не маты, это эмоции. За что наших детей убивают? За что мой внук, блядь, боится, сука, когда они твари стреляют? Пацану 4 года будет. И он кричит, я боюсь. Твари вы, блядь. Если вы бойцы, блядь, выходите на честный бой, блядь. Мы, пацаны, мы вот стоим. Выходите против нас. За что наш Донецк обстреливать? За что мирных детей убивать? За что женщин? Убивайте нас, если вы сможете, блядь. Мы выйдем, сообщайте. Я свой телефон вам дам, блядь, МТСовский. 050-948-2443. Звоните в любое время, блядь. Можно сказать? Ну, чтобы бой был честным. А лучше уходите, парни. Вы покойники. Мы на своей земле. Да. А вы еще молодые. У меня на этой земле, у меня тут похоронен мой прадед. Мой дед похоронен в этой Донецкой земле. Мои родители похоронены, мой брат похороненный. Если меня убьют, блядь, я буду в своей земле лежать. Я этим горжусь, что я буду в своей земле лежать. Но вас, тварей, блин. В основном вы хорошие мужики, блин. Ребята, тут врагов вам нету, блядь. Мы не враги вам. Ваши враги сидят в Киеве. Так что, ребята, думайте, или с нами воевать, лишаться своей жизни. Так вас здесь закопают. Хорошо, если вас закопают. Сожгут вы, блядь, да не сожгут, блядь, вас собаки растаскают. Меня здесь поховают. По-украински скажу, по-русски похоронят. Так я буду лежать в своей земле, где лежат мои предки. Каждый из нас, чтобы вы не думали, что мы российские офицеры, я буду казати вам на щирій українській мові. Будь ласка, до труни, хлопці, ви сюди прийшли, щоб її забрати додому. А ще краще, хлопці, блядь, збирайте свої манатки і йдіть додому, бо вас вдома чекають, блядь, ваші дружини. Ваші діти, ваші і хай мати вам та три батьки. Чорти. Йдіть додому, хлопці. Да. Приїзди до нас сюди, блін, я на українській мові продовжу. Блін. Приїзди до нас сюди зі шматком українського сала. Ми тут вам вас ми поставимо російську водку. Бутель українського нашого донецького самогону. Шмурдика. Російську водку поставимо. Ні. Ящик доброго тільки. І сало з водкою ніколи не буде між собою воювати. А якщо не перебрати. Та чесночок теж. Так приїзди до нас, блін. Ну приїзди до нас у гості, хлопці. Іде куди, не те лишнє. Та по любой воді, та хай знаю. А якщо, блядь, это, то, ребята, от я вам дав телефон. Я не боюся вас. Я не боюсь. Звоніть. Назначим встречу, где мы выйдем это самое. Мы выйдем по-честному. По любой воде. Я отвечаю за это самое.